Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видео обзор на вот такие вот подушечки. Ведьба называется, с какао. Здесь рис, пшеница, овес. В принципе, на всю эту фотографию я сделаю, она будет в конце ролика, как всегда. Здесь 130 грамм, стоило 25 рублей в фикс прайсе. А даже бренд года 2017. Да, я их уже покупала, наверное, как раз в 2017, я помню давно, но я не помню, понравятся они мне или нет. В принципе, они напоминают детство. А в детстве, вы, наверное, помните, продавались такие подушечки только в коробках. А их кушали вместе с молочком, либо так. А, ну да, они были сделаны для молока, но мы их ели так. Были очень вкусные, но сейчас... В наше время большая редкость найти их. Вот, на состав тоже будет в конце ролика фотография. Вы его остановите, подробно все посмотрите. Так, тут написано, что внутри есть какао, что они вот выглядят вот так вот красиво. Да, давайте посмотрим. Сейчас я пошуршу немножко. Тарелочка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Надо было брать больше. Вот так они выглядят. Запах пошел, знаете, не подушечек, как будто это китикет какой-то. Он, в принципе, наверное, вам через камеру и напоминает этикет. И давайте, наверное, не знаю, почему-то мне хочется их пересчитать. Я очень люблю считать. Вы, в принципе, можете это перемотать, если вам не интересно. Но для тех людей, которые, допустим, хотят за 25 рублей, то есть довольно дешево купить подушечки на какую-то компанию. В принципе, здесь их довольно много. Видно, что их здесь много. На компанию даже из 4 человек, 5 человек, я думаю, хватит. Но все равно я хочу их посчитать. Раз, два, семьдесят девять, 80, 81. Так. Короче, их 81 штука. А когда я считала, мне казалось, что я до 100 дойду. Думаю, блин, о, 100, думаю, будет ровно 100, это круто. Но нет, 81 штука. А для тех, кто любит посчитать, если вы купите такие же подушечки, посчитайте у себя, сколько было у вас штук. Может быть, больше, может быть, даже 100, может быть, меньше. Вот, пока я считала, я очень заметила, что они крошатся. На руках остаются маленькие крошки. Вот. Такая она ровненькая довольно подушечка. Есть тут некоторые вот потолще. Совсем вот толстые. Есть потоньше. Попробуем, давайте сломать. Отрезать, я думаю, навряд ли. Опа. Вы видели? Вот он, этот какао. Он там жиденький довольно. То есть не сухой. Это радует. Хрустящий. Да, он прям такой хрустящий, как сухарик. Опа. Вот, ну его очень мало. Ну, вот он прям
крошится, на руках неприятно остается, как вот чипсы, когда едите, тоже вот остается, вот тоже не очень приятно. По вкусу, да, они напоминают те же подушечки, хотя, мне кажется, они не были такими прям сильно хрустящими, хотя, честно, я не очень уже помню. Но да, они, наверное, напоминают. Тоже сладкое. Кстати, насчет, да, сладкости. Они не сильно сладкие, совсем капельку, немножко. Сейчас попробую еще. Нет, они не приторные, чуть-чуть сладкие, хрустящие. Сейчас вот мне досталось прям вообще рассыпчатые. Когда целую берешь, на нее зубами нажимаешь, и она прям вся разваливается на мелкие кусочки. Вот какао, ну, видимо, вот самого этого какао там очень-очень мало, наверное, маленькая капелька, поэтому кажется, что они совсем чуть-чуть сладкие. Вот здесь видно, вот как они сделали полосочки. Не знаю, честно, как их там делают. Такими маленькими. Тут вот дырочка. Вот. В принципе, на компанию, да, может быть, даже из 8 человек, если каждому по 10 штук. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот, допустим, 10 штук у меня вот в руке. Если из 8 человек, то есть 81 штука, ну, предположим, 80 штук, да, каждому из 8 человек по 10 штук, это будет нормально. В принципе, можно из 8 человек прекрасно поесть подушечки, перекусить, ну, так, посидеть с чаем, допустим, в гостях. То есть, вот, в принципе, нормальная, хотел сказать, доза. Вот. Ну, в принципе, они красиво выглядят. Посчитала я еще и для того, чтобы, допустим, кто-то, может быть, делает из таких подушек торты всякие, чтобы знать, если он там просчитает заранее, сколько он нужен там для его торта пачек, он будет знать, что их 81 штук, ну, там, ладно, пускай 80 штук, то сможет там просчитать. В принципе, я думаю, из них можно сделать тортик или в слой какой-то положить. Вот. Такая вот. Напишите в комментариях, пробовали ли вы, понравился они вам, насколько они схожи со вкусом из вашего детства, там 90-х годов, 80-х, не знаю, были, не были они, не помню. Вот, схожи или нет, мне кажется, не знаю, может быть, не очень. По крайней мере, когда я их открыла, здесь был немножко другой запах. Запах не подушечек, а какой-то пластмассы непонятный. Ну да, они как-то не очень пахнут. Но состав... Сейчас посмотрим. Состав, хотя да, в принципе, он тут большевасенький. Но... Ну да, там какие-то химии немножечко есть. Вот, он будет в конце ролика, будет фотография на этот состав. И, в принципе, на сегодня это все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментарии, какие вкусняшки вы из них делаете, как вы их едите. Может быть, с молоком, может быть, так едите. Сейчас идея мне пришла, можно его с кофе есть, наверное. Как типа вот Орео едят, макая в кофе. Можно, наверное, их тоже залить в кофе. Там какая-то своеобразная вкусняшка. Наверное, в принципе, в каком-нибудь влоге я так и сделаю. И покажу вам, расскажу, вкусно это было или нет. Поэтому смотрите мои влоги. Там мы будем скоро уже с вами готовить ужины. Скоро приедет моя кухонка. И мы начнем с вами кулинарить. Будем готовить всякие вкусняшки. Вот. С вами был канал Артмания. И всем пока-пока.